сейчас я вам сыграю свой первый опус. Это сочинение написано в 1975 году. Болгарская свита. Дело в том, что я был в Болгарии неоднократно, но самый такой запоминающийся это был 8-й всемирный фестиваль молодежи и студентов в Софии. И там я принимал участие в международном конкурсе и, конечно, в огромном количестве концертов. Вот я впервые там услышал в оригинале болгарскую музыку, и в итоге мне очень хотелось что-нибудь поиграть, но ничего не было написано для баяна, было вот специально такого профессионального, вот так народные исполнители играют эту музыку, и очень здорово. И однажды в Ростове я жил в то время, и надо было выступить на телевидении, и я для телевидения сделал вот эту вот такую, в общем, расширенную, если можно сказать, обработку. Она состоит из трех частей. Первая часть дайчего хора, она написана в размере 9/16, очень непривычный такой размер. Вторая часть, очень красивая мелодия, тема Златия Черкина, Севдана называется. И последняя часть Ганкина хора, она написана в размере 11/16. Я вначале буду играть чуть-чуть вам, так сказать, буду помогать почувствовать ритм. Thank you.
Thank you.